Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню спасателя и 25-летнему юбилею Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. «Я с большим удовольствием хочу поздравить всех, кто присутствует в этом зале, а также всех, кто вовлечен в это очень благородное дело – спасать людей. Это очень важная, сложная работа. И отрадно, что приказом министра МЧС наш главк признан лучшим подразделением в стране», – сказал губернатор. 18 декабря в городском поселении Видное в новом микрорайоне Эко-Видное открылся детский сад номер 2 «Колобок». В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Ленинского муниципального района Олег Хромов, начальник управления образования Дмитрий Волков, представители компании-застройщика, а также педагоги, дети и родители. Образовательное учреждение полностью укомплектовано всем необходимым современным оборудованием, что позволит детям успешно учиться и развиваться. В рамках Дней защиты от экологической опасности на территории Ленинского района в 2015 году проходили мероприятия по охране окружающей среды, в которых принимали участие природоохранные и общественные организации, средства массовой информации, учреждения образования и культуры. 17 декабря были подведены итоги этих мероприятий. Также были отмечены памятными подарками лауреата конкурса «Эколог года Подмосковья». Главное управление стройнадзора Московской области выдало заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации зданию поликлиники в сельском поселении Булатниковское Ленинского района. Объект будет введен до конца года, сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев. По его словам, это первое медучреждение в новом жилом микрорайоне, расположенном вблизи деревни Бутово. Поликлиника оснащена современным оборудованием. Это позволит открыть в ней лабораторные и диагностические отделения, отметил он.